о том, что проблема не во власти, проблема в народе. Банальная истина. Перестань срать в подъезде, перестань бить лампочки, начинай ездить на бензине, на газе, там, не гонять 180, а ехать 60 км в час, выключить лампочку, закрыть кран, и так далее, и так далее. Ну, это уже мы можем делать.